Наркотики, без сомнения, оружие массового поражения. Белая смерть ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей. Одной из злободневных проблем современного общества был посвящен специальный семинар. В Щелковском районном культурном комплексе встретились представители местных органов власти, правоохранительных структур, общественности, педагогического сообщества и Щелковского благочиния, чтобы обсудить меры противодействия пагубной зависимости. Так, за 2015 год в Щелковском районе по линии незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано 547 сообщений. По данному факту возбуждено 175 уголовных дел. За 2015 год произведено 55 значительных изъятий. В результате изъято свыше 45 килограмм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В состоянии наркотического опьянения в прошлом году были задержаны 55 человек. 19 из них проходят лечение в Щелковском наркологическом диспансере. Всего же на данный момент на учете в учреждении здравоохранения состоит почти 5000 человек. Большая часть из них страдает алкогольной зависимостью. Одной из основных мер борьбы с наркоманией сегодня остается профилактика. В Щелковском районе ежегодно проходит целый ряд антинаркотических мероприятий. В прошлом году более 900 учеников образовательных учреждений района прошли антинаркотическое тестирование. Увеличивается количество молодежи, занятой в различных спортивных секциях, творческих кружках. Появляются дополнительные возможности для самовыражения. В 2015 году территория Щелковского муниципального района открыта и функционировала детская оздоровительная образовательная центр «Виноменец». Также открыты скульптурно-ледовые оздоровительные комплексы «Дова арена». В ближайшее время планируется завершение скульптурно-оздоровительного комплекса на улице Центральной территории детского городского стадиона. Профилактические мероприятия запланированы и на 2016 год. В школах и колледжах пройдут родительские собрания, а для ребят будут организованы психологические и биологические тесты. Кроме того, с докладами на семинаре выступили заместитель руководителя администрации Евгений Петеримов, начальник первой службы управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области Артур Уртаев, главный врач-нарколог Щелковского наркологического диспансера Вячеслав Карабулькин. Все участники мероприятия отметили, что проблему наркомании можно будет побороть только с совместными усилиями. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».